Приветствую, друзья! По вашей просьбе, сегодня мы снова прогуляемся по центру города и начнем мы наш видеообзор от подземного перехода в сторону драмтеатра. В предыдущем видео я для вас уже снимал Греческую площадь и прогулялся вокруг Гипромеза. Здесь везде сплошные стройки. Кто еще не посмотрел видео, рекомендую, друзья. Подземный переход уже восстанавливают. Проспект Ленина, 71/41. Через дорогу дом по проспекту Ленина, 66/39. Здесь раньше был центральный универсальный магазин ЦУМ. За этим забором находился дом номер 67. Его демонтировали. Мы идем с вами по проспекту Ленина. Через дорогу находится неплохое заведение Рич, но оно и не дешевое. Все жилые постройки начинают обретать красивый внешний вид. Покровский храм уже начали приводить в порядок. И мы к нему чуть позже подойдем поближе. На территории драмтеатра ведутся восстановительные работы. А вот такие археологические места мне крайне интересны. Сейчас по всему миру раскапывают города под городами. И здесь я точно могу сказать, что альтернативная история мне ближе по душе. Паспорт объекта драмтеатра. Окончание строительства в 2024 году. Около детской площадки сделали еще один фонтан, где детвора может плескаться. Этого фонтана я не видел. Это новый фонтан.
Очень красивый фонтан. Отсюда открывается эпический пейзаж. На горизонте Досав, разрушенный Досав, на фоне Азовского моря. И везде вокруг стройки. Но к Досафу мы прогуляемся в другой раз. Все дома вокруг восстанавливают. А сейчас мы пройдемся к Покровскому храму и посмотрим на него поближе. Эти дома очень старые. Архитектура у них очень красивая. И они в процессе восстановления. Во время боев этот храм посекло осколками, и его уже начали восстанавливать. Друзья, у меня на канале есть видео под названием «Мариуполь жив». Там я снимал этот храм с высоты птичьего полета. Рекомендую к просмотру. Девятиэтажка напротив храма была выгоревшая. И сейчас она уже в процессе восстановления. Это старая водонапорная башня. Это был видеообзор центральной части города. Мариуполь возрождается. Вы сами все видели. Всем мира и добра. Пока!